Руслан Евгеньевич, не жалеете, что когда-то выбрали деревню и в профессию, и для постоянного жительства? Конечно, нет. Это был осознанный выбор, и я себя чувствую тут вполне комфортно. С агрономическим образованием легко ли работать руководителем сельхозпредприятия? Наверное, нет, но эта основа позволяет меня в какой-то мере реализовать как руководителя. Если говорить о секретах стабильности вашего развития сельхозпредприятия, все ли удалось осуществить из ваших главных планов? Наверное, не в полной мере, но мы к этому стремимся, потому что неукоснительное исполнение производственной трудовой дисциплины позволит нам добиться результата в буквально кратчайшие сроки. Но если конкретизировать растениеводство, животноводство, линия роста прослеживается? Конечно. Во-первых, это и улучшение производственных каких-то показателей. Самое главное, что это улучшение экономики хозяйства. 40 лет так или иначе каждый человек анализирует свою жизнь, счастливо ли живете, все ли необходимое из постулатов счастья вы уже создали? Два сына есть, жду третью дочь. Это, наверное, самый важный момент, который подытоживает мою роль как главу семейства. Деревья посадили? Обязательно, в первую очередь. Вы бы хотели, чтобы кто-то из ваших сыновей продолжил хорошую традицию и остался на земле? Как минимум один просто обязан связать свою жизнь с сельским хозяйством. Мне же надо с кем-то делиться опытом через пару десятков лет.